В преддверии 90-летнего юбилея Махамбетского района открылись объекты обслуживания населения. В целом в районе активно развивается сфера предпринимательства. С начала года построено 8 новых объектов, создано 51 рабочее место. До конца октября будут введены еще 2 объекта, где будут трудоустроены 30 человек. Одним из новых объектов является салон красоты «Айнара». На церемонии открытия принял участие аким района, который отметил в своей речи, что предприниматель вносит большой вклад в экономику страны. В соответствии с поручениями главы государства с нашей стороны оказывается всесторонняя поддержка предпринимателям. Мы сегодня встречаемся с вами по поводу радостного события. Наша Жайнагуль открывает свой салон красоты. Предпринимателю будет оказана дальнейшая поддержка в рамках закона. Надеемся, что она и дальше будет развивать свой бизнес, откроет новые рабочие места для жителей района. Салон красоты оснащен современным оборудованием. Предприниматель трудоустроила 8 человек. В этом году исполняется 90 лет со дня образования нашего района. В связи с этим мы открываем новую парикмахерскую и выражаем благодарность главе государства. Благодаря взвешенной политике главы государства мы добиваемся больших успехов. В частности, благодаря позитивному подходу к частному предпринимательству мы развиваем свой бизнес. Затем на противоположной стороне этой улицы был открыт торговый центр «Аку». Этот объект в советское время принадлежал районному потребительскому обществу. Сейчас он модернизирован и передан на использование жителями района в благих целях. На церемонии открытия объекта собравшиеся пожелали удачи начинающему предпринимателю. Открыто несколько объектов. Все это способствует улучшению социального положения жителей. Мы рады, что вы добиваетесь успеха в бизнесе. Поздравляю вас с открытием торгового центра «Аку». Пусть ваш труд будет плодотворным. В районе зарегистрировано 1874 субъектов малого и среднего предпринимательства. 1296 предпринимателя оказывают услуги населению, а 477 развивают отрасль сельского хозяйства. Марат Сабыргалиев, Ерулан Булатов, Махамбетский район.